Я не знаю зачем и кому это нужно, кто послал их на смерть не дрожащей рукой. Только так бесполезно, так зло и не нужно. Опускали их в вечный покой. Равнодушные зрители молча кутались в шубы, и какая-то женщина с искаженным лицом целовала покойника в посиневшие губы и швырнула в священника обручальным кольцом. Забросали их ветками, закидали их грязью и пошли по домам под шумок толковать, что пора положить уже конец безобразию, что и так уже скоро мы все начнем голодать. И никто не додумался просто встать на колени и сказать этим мальчикам, что в бездарной стране даже светлые подвиги — это только ступени в бесконечные пропасти к недоступности весне. Я не знаю зачем и кому это нужно, кто послал их на смерть не дрожащей рукой. Только так бесполезно, так зло и не нужно. Опустили их в вечный покой.